Сегодня баловать свои вкусовые рецепторы будем макаронными бантиками с тыквенным соусом. Для этого понадобятся бантики или другие макаронные изделия 300 граммов. Столько же нарезанной ароматной тыквенной мякоти. 100 граммов овечьей брынзы. 30 граммов свежего базилика, зубчик чеснока и тыквенные семечки для украшения. Для соуса на оливковом масле обжарьте порубленный зубчик чеснока. Добавьте к нему тыкву. Уже в это время можно варить в подсоленной воде макаронные изделия твердых сортов ровно сколько написано на упаковке. Тыкву тем временем припорошите мускатным орехом и посолите. Обжарьте несколько минут и добавьте немного бульона или воды, в которой варятся макароны. Потушите тыкву еще пару минут. Затем покрошите в соус брынзу и листики базилика. Накройте крышкой и тушите соус еще минуты 3-4. Чтобы его консистенция была однородной и шелковистой, перетрите все при помощи блендера и соус снова вылейте в сковороду. Готовые бантики переложите из кастрюли прямиком к горячему соусу и дайте пасте надышаться ароматами. Глянца готовой порции добавит пару капель оливкового масла. Не забудьте украсить блюдо семечками тыквы и пробуйте на здоровье!